В общем, Настя, нам это все надоело, и мы решили с тобой помириться. Да, извини нас, мы были неправы. Ну, и конкретно в чем вы хотите извиниться? Мы хотим извиниться в том, что мы на тебя наговорили очень много плохого. Да ладно, ничего, я уже к этому привыкла. К чему привыкла? Ну, к тому, что вы на меня плохое говорите. Извини. Да, извини нас. Ну ладно, прощаю, только последний раз, чтобы этого больше не повторилось, хорошо? Да, хорошо, ну что, мир? Угу. Да, мир. Ну что, идемте домой? Да, только перед этим нужно в классе подежурить. А кто дежурный? Ну, перед этим Настенька была, но сейчас я. Ладно. Вытирай доску. Не люблю я это. Настенька, пошли собираться. Пошли. Настя, давай быстрее дежурь. Думаешь, это так быстро? Хочешь, помоги? Нет, Настя, ну ты, конечно, уж извини, но сегодня ты дежуришь, завтра буду дежурить я, и я буду так же, как и ты, убирать весь класс. Ну, спасибо. А ты поможешь? Нет, Настя, я вчера дежурная была и весь класс убирала. Сегодня твоя очередь. Ну, спасибо. Настя, может, ты как-то побыстрее? Нам с Настенькой не по приколу стоять и ждать тебя. Ну, вы же мне помочь не хотите? Теперь ждите. Ладно, подождем. Что нам делать теперь? Я придумала, давай в критики нолики поиграем. О, пошли. Я чуть-чуть. Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик, и я выиграла. Эх, жаль, давай еще раз. Давай. Люди, вы нормальные? Я только что доску вытерла. Ну еще раз вытеришь потом. Нет, 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 теперь вы ее будете вытирать. Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик. Я выиграла. Ты выиграла, и на той же полосе. Да. Я старалась, вытирала. А вы? Здорово, ребята. Привет. О, ботаник, здорово. Я не ботаник. А кто еще? Че хотел? Ребят, ну, у меня в классе мел закончился. И чё? Зачем ты пришел к нам? Ребят, вы бы не могли со мной мелом поделиться. И что нам за это будет? А что вы хотите? Я знаю! Подними все стулья, а мы тебе мел дадим. Ребят, если я подниму все стулья, вы мне точно мел дадите? Не обманете? Не обманем. И мел дадим. Ну так что, идет? Ты поднимаешь стулья, а мы тебе даем мел. Ну ладно. Молодец. Еще чуть-чуть, и мел твой. И что здесь смешного? Ты видела, Настя, мы припахали ботана с другого класса поднимать стулья. Он мне помог, а вы, как друзья, ничего не сделали. Ну, мы хотели как лучше. Угу.
Ребят, я все сделал, вы мне дадите мел. Спасибо большое. Вот мел. Сначала доска, а потом мел. Да, еще доску вытери. Хватит! Все, держи мел. Свободен. Ребят, ну, спасибо. Вы вообще нормальны? Зачем вы с ним так поступили? Ну, мы хотели как лучше. Чтобы тебе легче было. Но зачем? Для этого нужно использовать беззащитного человека. Слушай, а что ты его так защищаешь? Он что, тебе понравился? С чего вы взяли? И вообще, если я его защищаю, это не значит, что мне он нравится. Значит, значит. А когда ты рыжего защищаешь, тебе он тоже тогда нравится? Не-не, с чего ты вообще взяла это? Да, с чего ты взяла, Настя? Эх, понятно все с вами. Идемте домой. Да, пойдем. Влюбленная парочка. Ой, Настя, хватит. Фу. Настенька, поднимись. Ты сегодня дежуришь. Да хватит спорить, я уже подожду. Все, пойдемте домой, уже поздно. Ой, хватит, Настя. Нормально ты.